Привет, Ютуба, привет всем! Сегодняшнее видео посвящаю комнатному, садовому и балконному растению, которое называется пеларгония или по-нашему герань. Я купила с карточкой магазина за 2,49. Кому из рижан интересно, это магазин Депо. Какова цель данного моего сегодняшнего видео? Я решила дать информацию, пока буду заниматься пересадкой своего цветочка из магазинной земли. Я его хочу пересадить в горшочек. Тут у меня уже я положила керамзит. Кто смотрит мои видео, знают, что я не люблю много керамзита, буквально чуть-чуть, один слой. Информация очень интересная. Там, где я учусь, прекрасный есть у нас специалист по ароматерапии, великолепный просто и педагог, и учитель, и человек. Женщина, от которой почерпнула очень много информации, в том числе и про герань. Принято считать, что герань это бабушкин цветок. В смысле, что у бабушек на подоконниках всегда стоит герань. В общем-то, это ошибочно, но я всегда почему-то считала, что это именно так и есть. Я взяла обыкновенный универсальный грунт или грунт для балконных цветов. На этом даже не буду заострять внимание, потому что кто в какую землю хочет, тот в такую сажает. Цель видео просто рассказать и дать информацию, которая мне показалась очень интересной. Астрологи утверждают, что герань не дает распространяться негативной энергии, защищает от ссор, сплетен, пересудов, а также охраняет жилье от нежеланных гостей. Это растение обладает успокаивающими антистрессовыми свойствами, делая людей более мягкими, терпеливыми и добрыми. Также этот цветок притягивает в дом финансовое благополучие и стабильность. Согласно данным астрологов, герань защищает от дурного глаза, тушит любую отрицательную энергетику в доме, считается оберегом, охраняет дом от вторжения различных непрошенных гостей и гасит ссоры. Уже, по-моему, можно приобрести уже заодно этот цветочек. Кто не знает, герань имеет два аромата. Аромат розы и аромат яблока. Аромат цветка помогает облегчить депрессию, укрепляет нервную систему. Если горшок с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все ее вредное воздействие. Герань помогает и в любви. Для этого алый цветок герани нужно подарить любимому человеку. Для того, чтобы возлюбленный или возлюбленная ответили взаимностью, герань должна оставаться у него дома. Листья герани содержат в своем составе эфирное масло. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочки. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Представляете, как интересно? Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду, на закате солнца, над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла. Это именно то, что я сейчас прохожу, и масло герани использую для массажа зоны декольте и зоны лица. Листья герани не любят моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется даже растирать домашних животных. Представляете? Вот я, например, такую информацию не знала никогда. Герань можно использовать для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с этим растением. Также масло герани регулирует гормональный обмен. Также оно возбуждает чувства, что немаловажно для романтического ужина. Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами, связанными с нервной системой, страдающих от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. Вы представляете, что это вообще такое за растение? Это же просто чудо. Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани снимает боль при отите, радикулите, зубную боль. Ну вот и все. Герань я пересадила. Так она у меня теперь
теперь будет жить в новом горшочке. И я считаю, что этот цветочек достоин внимания. Расцветочки у них бывают разные, фиолетовые, все зависит от аромата. Эфирное масло герани, так будет правильно, оно является маслом женской гормональной группы, поэтому женщинам этот аромат просто необходим. Растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. Парапсихологи считают, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека. Цветок необыкновенный. Сколько еще у него будет появляться новых цветочков, не знаю, как долго это продлится чудо, но мне вот удалось выбрать приличный цветочек. Здесь меня еще ожидают новые цветочки. Надеюсь, что все лето порадует. Но как такой цветок можно не иметь у себя дома? Мне показалась эта информация очень интересной и полезной. Надеюсь, что также кто-то примет этого внимание. Может быть, для кого-то сейчас это актуально. Всем, что буду узнавать интересного и буду считать, что это интересно и полезно, обязательно буду делиться с вами. Всего вам доброго, до новых видео, до новых встреч. Будьте здоровы!